做麻嘅招系唔看艺，阿妹你做麻嘅招系唔答艺，阿妹你做麻嘅招系唔想艺。Добро пожаловать на канал Тони Лауши, и мы сегодня с вами стали свидетелями, как мы только что с этим товарищем-охранником разбирались насчет моего дрона. Оказывается, здесь нельзя летать. Ну что ж, нельзя летать? Обычно можно летать, а сегодня летать было нельзя, потому что тут летают самолеты и вертолеты. И как я не старался ему объяснить, что у меня дрон летает всего лишь 2 метра над землей, максимум 3, чтобы я мог сам себя пойти вот так поснимать здесь. Нет, самолеты и вертолеты, и все тут, больше ничего нельзя поделать с этим. Ну ладно, тем не менее, мы переходим к теме сегодняшнего ролика, а она реклама. Сегодня мы говорим о рекламе. Вернее, я буду показывать вам рекламу. Китайская реклама, она с такими придуркостями, с необычностями, с приколами, в общем, все есть. В общем, все варианты доступны. Друзья, выбирайте, какая из реклам вам больше всего понравится, а я оставляю вас наедине с просмотром. Софи! Ты 自己美到了，我的臀部曲线，新升级苏菲超舒适安心裤，超声波技术，柔软又贴身，360度颜值，360度安心。安心裤，精彩不停。так, ну, особо комментировать ничего не нужно, вы сами все поняли, памперсы для женщины, вот такая странность. В общем, а следующая реклама — это сервис по продаже авто. Ее странный чувак. Рен Рен Че! Народный автомобиль. 买卖二手车，你怕啥？怕好车贱卖，怕买到坏车。人人车，好车不和坏车一起卖，每年拒绝100万辆坏车。好车卖好价，人人车。Друзья, вот вы, возможно, хотите спросить, ну а что, собственно говоря, здесь такого странного, это вы спросите. Но, друзья, на самом деле, когда живешь в Китае, ты видишь эту рекламу повсеместно возле лифта, возле магазина, в магазине, дома, еще где-то в интернете, без конца она перед тобой взлетает, тут, там, она просто раздражает, друзья. Ну и поэтому я особо эмоционален в адрес этой всей рекламы. Ну а следующая крутая реклама Xiaomi. Cool. 都不会迷失自己。小米8全球首款双屏 GPS 手机，超精准导航定位，超酷超准。小米8八周年旗舰手机。Ну а следующая реклама, я хочу включить ее в этот список, потому что голос очень, знаете, своеобразный именно для телевизора Китая. Тот, кто учит китайский язык, тот особенно будет близок к пониманию сказанного и вообще в целом вот к этой ситуации. Голос, который говорит по телевизору.
中国平台。Среди китайских мужчин такой голос встречается особенно редко, и, наверное, поэтому его так любят использовать ведущие в качестве ведущего по телевидению Китая. Ну вот и все. Давайте послушаем этот нереально насыщенный 中国的声音. 平台，我选实力派。 悟空理财，九富，12年大平台，20亿注册资本，履约保险承保，平台就选九富悟空理财，实力派，可信赖。 Ну а следующая реклама Лючха зеленого чая продается в каждом магазине, на каждом углу. Поехали. Так, друзья, следующая реклама особенно нервозная. Она тоже про машины, но это, конечно, вообще, друзья, Она просто везде-везде запланила собой Китай. И вот, кстати, сейчас в последнее время вроде бы не особо видно, так периодически уже реже появляются, но все равно есть. Но она прям вообще вынос мозга. И несколько ведь разных вариантов. Сами смотрите. You want to turn. Так, ну а следующее без комментариев. Просто красиво, за вкусом. Кофе. Luckin Coffee, 这一杯谁不爱？谁不爱？Так, следующий, ну тут все понятно, все по западному. Сочи 无惧，文春彩虹。你我都懂，但道理并不是唯一的答案。你有你的想法，我有我的看法。别让固有的偏好左右你我的喜好，别用常人的边界束缚你我的世界，别迎合话题，我只给我出难题。Друзья, ну согласитесь, вот эти двое из рекламы, ну если вы были в Китае, то вы совершенно точно скажете, что ну они никак не похожи на обычных китайцев, понимаете? Они такие другие, они такие западные, они такие современные, они такие выглядящие прям вот, ну, ну не хочу никого обидеть, ну нормально. Короче, как из Гонконга, друзья. Так, а сейчас пойдет серия про длинные руки и расставания. Ну и единение.
大牌呀。老李不是去旅游了吗？还能找到搭子？哎呀，你能不能离我远？遇到依赖，别粘人。送到这就行了。我也舍不得看见你难过，我只会更难过。那你今天下班记得早点回来。遇到分别变粘人。遇到周一变粘人。哎，您什么星座啊？哦，我是天平，你呢？我是水瓶。点菜。要不我二位报下菜单吧。遇到吸引变粘人。今年中就粘一点。Так, ну а следующее, опять же, так в западном стиле, но то, что вы видите, такого в Китае не бывает. Ну, не бывает. Единицы, богачи где-то там, скрытых от глаз, где никто никогда не увидит. В общем, смотрите. Baby boy, 그 자신감에
Да потому что реклама так корейская. 云贵高原和四川盆地接壤的赤水河畔诞生了中国两大酱香白酒，其中一个是青花郎。青花郎，中国两大酱香白酒之一。Это, кстати, был ответ, пьют ли китайцы. 青岛的历史124年。看到的历史162年，令人敬畏的历史428年，国教1173。温润如玉，年份特区。相逢，人生的机缘；相识，人生的财富；相知。Так, к слову, друзья, китайцы могут в любой момент тебя спросить, а правда, что в России водку пьют на завтрак, на обед и на ужин? Сами-то вон пьют как? 人生的感动，茅台迎宾酒，迎宾迎天下。收是成功的喜悦。Я подчеркиваю, что лично я против алкоголя. Никому не советую его употреблять, ни в каких количествах. Вот и все, друзья. Молодчики, что досмотрели этот ролик до конца? Пишите свои комментарии, мнения оставляйте, обязательно делитесь роликом с теми, кому они могут быть интересны. Не понравилось, значит, дизлайк поставьте. В общем, проявляйте активность, друзья, проявляйте, в конце концов. Канал должен быть живой. А он не будет живой без вас, без моих зрителей. Так что, ну вы поняли, в общем. Ну что, буду с вами прощаться. Умасяцы день, до следующего раза. Пишите ваши пожелания. Кстати, друзья, я же начал подкасты. Обучаю вас, друзья, китайскому языку, английскому языку. Следите за обновлениями в группе Тони Лавши. Посерьезнее, друзья. Эта вещь очень важная для меня, очень важная для тех, кто действительно интересуется. Поэтому заходите в группу Тони Лавши. Ссылочка, как всегда, в описании к ролику. Ну и подписывайтесь в Инстаграм. На Инстаграм там вы увидите, что происходит из жизни в Китае здесь. Куда хожу, где хожу, что ем, с кем ем и так далее. Так же можно подобное. Ну все, друзья, всем пока. Вон полицейские с вами тоже прощаются. Всем пакет, друзья. Пока-пока-пока. Вон мы сяцы день. Bye, everyone. Oh,